На выставке «Защищенный грунт России» отечественная селекционно-семеноводческая компания «Гаврош» представила инновационные гибриды овощных культур. Например, высокоурожайный томат Т-34, валовый сбор плодов которого достигает 580 тонн с гектара теплиц. Из 3000 гектаров зимних теплиц страны 30% заняты гибридами российской селекции компании «Гаврош». Это научно-производственное объединение с полным циклом – от разработок до внедрения в производство. Ставка делается на селекцию и семеноводство овощных культур в открытом и защищенном грунтах. Компания специализируется на создании гибридов томата и огурца. Все пчелоопыляемые гибриды России – это наши. Наши гибриды выращиваются практически во всех тепличных комбинатах. Мы ведем работу над созданием гибридов для конкретно российских условий. В Тульской и Московской областях, а также Краснодарском крае построены селекционные центры и опытные станции. Помимо работы на российском рынке, компания ведет селекцию для стран Ближнего Востока, создав для этого специальный центр в Иордании. Экспорт семян ведется в десятки стран мира. Современная селекция должна строиться на научных разработках. Селекционная фирма «Гаврош» использует лабораторию молекулярных маркеров, лабораторию гаплоидов. Мы начинаем работать на таком уровне, который ничем не отличается от западного. Это позволяет ускорить селекцию в 2-3 раза и получать гибриды очень быстро и качественно.